Ребят, что вы знаете о Toyota Arista? То, что она идет с 2G. Они бывают дрифтовыми, либо городскими и комфортными. И сейчас Леший Джан делает конкурс на сразу две Аристы. Одна нетронутый сток в идеале для городской езды, другая заряженная, дрифтовая на всех спеках. На какой ездить, решать только тебе. Ну и все подробности читайте у Лешего. Я, кстати, приобрел себе 3 билета, и если мне повезет, я бы, конечно, выбрал дрифтовую Аристу. Итоги конкурса будут подведены в конце недели. Сегодня мы начинаем розыгрыш вот этих вот двух премиальных седанов.